Привет! И мы продолжаем серию видеообзоров, посвященных осушителям Балю. Чем чревата повышенная влажность в помещении? Ну, в первую очередь, страдает наше здоровье. Потому что в условиях повышенной влажности на стенах, под обоями, на обоях могут образовываться плесень, грибок. Все это выделяет споры, мы с вами это вдыхаем. И отсюда могут быть и всякие астматические, аллергические, ну, в общем, все это очень плохо. Именно для этого компания Балю выпускает серию осушителей воздуха. Сегодня я вам расскажу об осушителе воздуха производительностью 25 литров в сутки. Это уже серьезный агрегат. Его используют не только в быту, но и на производствах. К примеру, часто такой аппарат используют при ремонте, чтобы осушить стяжки, там, шпатлевки, грунтовки. Ну, в общем, любые работы по ремонту помещений, чтобы ускорить процесс и выгнать лишнюю влагу при поклейке обоев, используют вот такие осушители воздуха. Естественно, и в частных домах замечательно они себя зарекомендовали. Это весенний-осенний период, когда повышенная влажность, когда в подвалах образуется влажность, эти приборы незаменимы. Теперь переходим непосредственно к этому прибору. Осушитель воздуха Балю BDT-25L. Его производительность 25 литров в режиме осушения. Пропускная способность до 200 кубических метров в час. Идеально подходит для помещения площадью до 30 квадратных метров. Два режима работы вентилятора. Возможность установки таймера включения-выключения, автоотключение при заполнении бака для сбора конденсата. На задней панели у нас расположен фильтр грубой очистки. Кстати, есть индикация, когда его необходимо помыть. Отверстие для вывода конденсата, если вы не хотите использовать встроенный бак. Также в комплекте идет шланг для вывода конденсата. Это достаточно экономичный прибор. При максимальной мощности он потребляет всего 360 Вт. Встроенный гигростат. Прибор может работать как в автоматическом, постоянном режиме осушения, так вы можете задавать необходимый вам уровень влажности в диапазоне от 35 до 80%. Но помните, что идеальный и комфортный для человека уровень влажности от 40 до 55%. По достижении заданного режима влажности прибор переходит в спящий режим и включится тогда, когда уровень влажности повысится. Сам прибор относительно легкий, но для удобства его перемещения у прибора предусмотрены встроенные шасси, которые идут в комплекте, так что его легко перемещать из одного помещения в другое. Также есть удобные ручки для переноски. Простое и понятное интеллектуальное управление, цифровой дисплей, вся необходимая информация находится на панели управления. Прибором приятно и удобно пользоваться. Ну и естественно, у этого прибора есть такая приятная функция, как самодиагностика с выводом всех кодов ошибок на монитор. Вам не нужно гадать, почему отключился прибор, просто берете инструкцию по эксплуатации, находите код ошибки, там есть расшифровка, все просто и понятно. Балю – качественная и надежная техника, комфорт, за который не нужно переплачивать. Следите за нашими новинками, до скорой встречи, пока!